О, что это? Ой-ой. Беги! Нет! Хай, ребята! С вами Super.R1M199, и сегодня мы поиграем игру Swallow the Sea, проглоти море. Эту игру мне посоветовал один из моих подписчиков. Начинаем. Так, по какой-то причине у меня показывает 160 FPS. Такое не бывает у меня никогда. Так, нас обучают. Левой кнопкой двигаемся, правой мочим. Все понятно. Я как только увидел трейлер этой игры, сразу подумал, что это чем-то похожая игра на Агарио. А еще есть такая игра. Ага, мочим. Ой, все, понял. На шипы не надо. Я живой? Угу. Еще эта игра чем-то похожа на игру Cave Shooter. Ну, как-то она так называется. Так, куда пойдем? Давай сюда. Осторожно. Не надо было туда идти. Все, я понял. И зачем я туда шел, называется? Так, это враги или нет? Это не враги. А что это такое тут снизу? Ладно, сейчас. Опа. Мы теперь многоклеточное животное. И мы... кого-то бьем. Кого-то тоже. Несколько клеточного. И он что-то не хочет сдаваться. Сколько у него... ты чё? Ты чё моё съел? Ты чё, совсем что ли? Ай, ой. Слышь, гони деньги. Обратно. А, все понял, снизу это жизнь. Лучше жизнь не тратить. На. Ты как? Ты дружишь, нет? Ты толкаешься просто. А куда мне идти? Так, может его на шипы? Тьфу. Я сейчас сдохну. На. На шипы, наверное, его надо. Ну вот. Короче, начинаем заново. Так, я понимаю, что надо его все украсть. Его... Короче, я опять начал заново. На! Ай, больно! Ну что это такое? Давай заново. Я что-то не понимаю, как играть немножко. Этих мы съели. А что с ним делать-то надо? Так, я понял. Лучше уходить от него, когда жизни мало. Нет, а что с ним делать надо? Может, выманить куда-то? Как его заманить в ловушку? Ага, понял. Давай, отсюда лезь, ты где? Короче, я понял, я его должен вот так заманить вниз сначала. Он должен за мной последовать. Вот здесь я должен его... Ой, он должен меня подождать. А пока он меня ждет, я уже оказываюсь здесь. И он должен... Не, так не получилось. Значит, надо по-другому. Значит, надо его заманить пониже. Так, так, давай. Нет. Ну, он какой-то тоже быстро, как я прям. Интересно, такое возможно, что маленькие шипы его хорошо ранят. A few moments later. Ну, что за я глупой? Тут же проход. Да ладно. А я с этим дерусь полчаса. Все. А я с ним дерусь. Ага, съели. Ням. Ой-ой, кто это? Что за... О, валим! Беги, она тебя сожрет! Она тебя сожрет! Беги, беги! Она тебя сожрет! Как его мочить? Он не мочится! Оно меня сожрет! Что это за... Змея! Что они делают? Зачем они меня засасывают? А если вот так спрятаться вот тут около змеи? Нет, она его не кушает. Что с ней... Что делать с этим червячком? А, больно! А, смотри, чекпоинт. Короче, я как всегда лошарюсь.
с первого раза не могу нормально поиграть. О, тут еще один какой-то. Ага, я придумал, надо приманить. Да как? Надо приманить этого червя на вот эту круглую штуку. А, берегись! А! Берегись! Что это еще синие черви? Я знаю, что тут проход, но я хочу убить этого червя. Огроменного и страшного, который на меня нападает. Так. Ну, давай, убивайся. Так, я думаю, этого трогать... А, не стоит. А. Смотри, он не нападает на меня. А если на шипы его натравить? Ну-ка, попробуем сейчас. А-а-а, беги, Вася. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Отпустите меня. Нет. Короче, она не убивается. Я думаю, нам пора бежать. Нет, опять такой же. Нет, их два. Берегись. Ты что за... Так, а они что-то меня неохотно как-то атакуют. Нет, охотно, охотно. Отменяем, отменяем, отменяем. И бежим. А, нет. О, смотрите. Я съел этого синего. Из-за того, что у меня много клеток. Я теперь очень много клеточных. Давай. Ну, прыгай ты уже. Вот. Я еще не до конца разобрался с управлением, но, кажется, разбираюсь все больше и больше потихоньку. Я понял, надо съедать этих желтеньких, безобидных. А что другими сделать, я не знаю. А, их тоже съедать можно. А это большой, наверное, слишком. Короче, Агарио точь-в-точь. Я же говорил, что это Агарио. А что эти делают, смотри. Просто не дают мне двигаться, я понял. Ага. Сейчас мы этих червей полопаем. Только надо сначала самому не слопаться. Берегись! Быстрее, беги! Куда? Не вижу! Это можно съесть? Нет! Она мешается! Это какой-то улучшенный, смотри. А, еще он бьет хорошо так. Хорошо, что он не больно бьет, а хорошо просто. О, смотрите, мы превратились в какое-то животное. Так, я понял. Мы теперь достаточно большие, чтобы всех их съедать. Так, а это, этих змей мы не можем кушать. А этих червей... Ням-ням-ням! А эти больные, все понял, все, их не трожь. А это? А нет, это тоже не то. Так, быстрей. А! Я пытаюсь выжить с этого уровня максимум. А что если пойти назад? У меня вопрос такой. Пока это еще возможно. И это куда? О, они возрождаются, что ли? Я их могу бесконечно кушать? А, я понял, они мне не дают мне увеличиться, они просто меня это... Я их кушаю, но ничего не происходит. Я все понял. Назад нельзя, все понял. Там, где глаза, вот эти красные какие-то. Только там можно. Ну, или желтые. О, что это? Ой-ой. Беги, сука, беги! Нет! Ран, беги! Оно тебя сожрет! Беги! Нет! Куда? Нет! Я завел себя в тупик! Нет! Нет, она меня кушает! Нет! Нет! Она меня кушает! Больно! Нет! 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 Что делать?
Я не могу думать. Когда мне мешает. Так, вижу вкусняшку, надо взять ее. Сейчас на второй круг зайдем. Нет, он не кушает других, я понял. А, что я туплю? Вот же тут проход открылся. Только надо быстрее бежать. Нет. Нет. А! Ой. Нет. Да. У меня уже пальцы болят. Дайте мне отдохнуть. Куда я пошел? О, дайте мне расслабиться. О. Так, что за поршни? Это живые поршни, я это понял уже. Ну нет, там еще больше чудищ. А здесь что? Подожди, а где этот фиолетовый? Ой-ой-ой. А почему он обглоданный? А, ну я его сзади просто не видел. Он сейчас обглоданный, да, такой? Ой, блин, он такой большой. А, я понял, его надо слабое место бить. Все, я понял. Ой, ты не лезь ко мне. Ага, стой, стой. Он какой-то странный, конечно, движется. Странно как-то. Ага, что, не больно, что ли, тебе? Ай, блин. Нет! Как его ударить слабое место? Нет, ему не больно. Я понял. Надо действовать по-другому. Каким-то образом. Давай вверх. Ага, вижу. А, нет, нет, нет! А, больно! Оно быстро движется! Очень быстро! Нет, оно быстрее держится, чем обычно. Ой, мне как повезло сейчас. О, отошел. Как тебя ударить-то? А этих червей можно съесть, нет? Ой, извините, что вдунул в микрофон. Да как тебя ударить-то? А, больно! Нет, нечестно, это фальшстарт, так нельзя делать. Не, ну вы видели эту наглость. Валим, валим, валим. Валим, 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 навалить. Нет! Ага, обманул! Нет! Он меня зажает! Да, зажмет! Куда мне идти? Что я сделал? Ай, больно! Он мне не даст уйти! А не туда даст. Ой. Короче, он мне как в Слизарию сделал. Ну, короче, в трубочку свернул, чтоб я никуда не делся. Ой! Так откуда он появляется так? Подожди, надо продумать план действий. Для начала нужно попасть в соседнее сооружение. Давай, поехали. Соседнее сооружение найдено. Так, отсюда надо сломать стенку. Он сейчас рядом со мной, да? Скажите, что нет. Скажите, что нет! Но это не так. Он прям рядышком. О! Так. Надеюсь, он не пролезет. А? Я понял, туда лучше. А, нет, подожди. Ничего не случилось же. Туда можно лезть. Так, это не даст нам открыть. Не удастся нам этого открыть. Что-то у меня такая идея, что... Короче, в конце игры надо вернуться в начало. Я так думаю, почему-то. Скорее всего, какая-нибудь хитрость там в начале. Я себе подобных, что ли, кушаю? А может, не стоило? А зачем я их кушаю? Они мне... А нет, они дают мне прибавку в жизни. Так. Ну, это не жизнь, конечно, а
развитие, скажем так, мое. Так, вижу. Ого, вкуснятка. Большая вкуснятка. Ага. Четырехклеточное существо. Интересно, а мы сможем вернуться и съесть этого червя огромного гиганта? Так, мы уже на что-то похожи, уже на живое что-то. Ну, я думаю, тут пути больше нету никуда, кроме как назад. А нет, есть. А, все, я понял, мы увеличились, и теперь мы можем пробить эту стену. Все, я вижу теперь суть игры. Ну нет. Ай, больно. Нельзя меня так бить сильно. Так, я понял. Здесь надо его реально убить как-то. Только как вопрос? Вопрос века. Ну вот. Ага, я появляюсь тут. Нифига себе, у него из глаза торчит, получается. Вот что такое паразитизм. Запомните, ребята, биологию 5 класса. А где он? Так, я понял, он меня не заметил. Я могу спокойно продвигаться вперед. Ого, смотри, какая вкуснятка. Я уж смотри, какой огромный. Я что-то большой уже. А куда его бить? Ага! Так и знал, что его надо в слабое место бить. Его можно съесть? Наверное, нет. Короче, мы его победили. Ням. Ням. Это нам ничего не дает. Не знаю, зачем я их кушаю. А вот этого... И вот этого можно скушать. А этого нельзя пока. Смотри, тут его это... Остались запчасти. Ага, понял. Ого. А тут еще один такой-то. И чё? Ого. Катсцена. А что за конвейер? Надеюсь, меня YouTube не забанит за... Ну, сами понимаете. Все понятно. Лезь, давай. Не, управление не работает. Ну вот. Это все? Да. Я думал, игра будет побольше. В общем, спасибо всем, кто ее посмотрел. Я уверен, тут есть какие-нибудь секретки. Но эти секретки я в этой серии еще не это самое. Не нашел. Ну, давайте титры до конца досмотрим. Может, после титров какая-нибудь сценка. Эта игра мне понравилась. Спасибо, пожалуйста. А, спасибо моему ютуберу... Моему подписчику Максфану за предложение поиграть эту игру. Если к игре выйдет продолжение, то я обязательно поиграю в эту вторую часть. И да, эта игра чем-то похожа на Агарио и Слизарио вместе, плюс еще Pixel Junk Cave Shooter. Надеюсь, что тот слоненок выжил, а то его жалко что-то. Тут название показывает, как зовут всех этих существ, которые были в игре. И на этом игра кончается, похоже. Да. Ну, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну, а всем goodbye!